Цели поражены. ВКС России нанесли удар по боевикам ИГИЛ и их инфраструктуре вблизи города Ракка. Уничтожены крупный полевой лагерь, склад с оружием и горюче-смазочными материалами, завод по производству химических боеприпасов и большое число террористов. Атаку провели 6 бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели с территории России. Они работали под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые дислоцируются уже на авиабазе в Хмеймиме. Кстати, этот объект в скором времени станет местом постоянного размещения российских ВКС в Сирии. Появление базы с самолетами, имеющими радиус 1200 километров, сам факт ее там присутствия будет оказывать влияние на стабилизацию в этом регионе самим фактом угрозы переброски ударов с российской базы по агрессорам. Безопасность Сирии, если можно говорить о безопасности Сирии в сложившихся условиях, повышается. Напомню, что с осени прошлого года авиабаза Хмеймим стала настоящим и полноценным форпостом борьбы России с международным терроризмом. Но силы нашей страны оценили во всем мире. Ну а что же из себя представляет этот военный объект и какие силы мы на нем в данный момент сосредоточили, расскажут мои коллеги. Хмеймим – авиабаза в провинции Латакия на севере Сирии. Она стала основным местом базирования авиационной группы военно-космических сил России в стране. Группа была сформирована 30 сентября 2015-го решением президента России. Самолеты сразу же стали наносить удары по запрещенной в России ИГИЛ и другим террористическим группировкам. Основанием для этой операции послужила просьба президента Сирии об оказании военной помощи. В Хмеймим были перебазированы самолеты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25СМ, самолеты радиоэлектронной разведки, а также вертолеты, транспортные и огневой поддержки. Место дислокации личного состава – полевой лагерь. Типовой жилой модуль рассчитан на 6 человек. Внутри двухъярусные кровати и шкафчики для одежды. Наверху гермошлемы. Это место отдыха экипажей после выполнения боевой задачи. Российская авиагруппа полностью автономна. Своя очищенная вода. На кухне только российские продукты. Хлеб пекут здесь же, в специальной мини-пекарне. Важность борьбы с терроризмом и вклад российских ВКС оценили во всем мире. Южнокорейский журналист был восхищен, когда побывал на базе Хмеймим. Это самая передовая база для нанесения ударов по боевикам ИГИЛ. У нее очень важное месторасположение для этой цели. Это показывает, как Россия ведет борьбу против террористов. Раньше Соединенные Штаты доминировали на территории Ближнего Востока, а сейчас Россия появилась здесь. Превращение базы Хмеймим в постоянную позволит более эффективно бороться с террористами на Ближнем Востоке, а значит, не допустить их продвижения в другие регионы мира, в том числе в нашу страну. Дмитрий Маркачев, Олег Сидякин, Life.